Boa!
В этом бою со счетом 3-0 победу одержал Марат Эрзубалаев. Красный угол. Как тебя зовут? Меня зовут Вениамин Брусницын. Угу.
Вениамин, сегодня состоялся чемпионат Эстонии по кикбоксингу. Какой ты результат получил? Какое у тебя место? Я получил второе место. Конечно, хотелось бы большего, но в следующий раз будет первое. Скажи, на твой взгляд, чего тебе не хватило или не доставало до первого места? Функционалки немного. И опыта маленькая. Просто у меня как бы это все хорошо, просто мне не хватает опыта, мне побольше надо боев, что обеспечат мне это. А как долго ты занимаешься кикбоксингом? Второй год уже. Занимался ли ты какими-либо видами единоборств до этого? Да, я занимался ММА, я боксом занимался, я тайбоксом занимался, я кудо занимался. А почему ты решил теперь заняться кикбоксингом? Потому что я руки, ноги — это мое, борьба не моя, и я решил бы это положить все свои силы к кикбоксингу. Я себя чувствую увереннее в этом. А какие у тебя планы по поводу будущих соревнований? Буду выступать, буду завоевывать места, а результат мне не важен. Буду, конечно, стараться на лучшее. Ребята, которые не занимаются спортом, а как ты думаешь, можно ли было бы им посоветовать заниматься кикбоксингом? Я бы всем посоветовал людям заниматься спортом, неважно каким, кикбоксом, не кикбоксом, главное, чтобы чем-то были заняты. А почему? Тем, что это воспитывает характер, дисциплину, и как бы и тогда, ну, меньше вероятности, что куда-то угореть или что-то. Кто твой тренер? Мой тренер Дмитрий Воробьев. Как ты доволен тем, как он руководит тренировками и обучает своих подопечных? Я занимался у многих тренеров. И на данный момент я решил остановиться у Димы, потому что мне нравится Димин подход, его отношение ко мне, как он объясняет и как он ко мне относится. И я у него и останусь. Что ж, большое тебе спасибо. Мы еще раз поздравляем тебя с серебряной медалью, со вторым местом. И, конечно же, мы желаем тебе успехов в дальнейших соревнованиях. Спасибо. Спасибо, до свидания.